дайте мне, пожалуйста, какую-нибудь игрушку для ребенка. Гражданка, я, кажется, к вам обращаюсь. Игрушку для ребенка. Вот могу вам предложить. Ходи влево, летающие червячки, и вот еще нам вчера новую игру привезли. Стимулируй сам. Очень интересно. А как в нее играть? Там все написано в объяснении. Трое играющих берут четыре фишки. Причем пятый игрок все время выкидывает. После того, как лиса оказывается съеденной, она делает четыре хода назад. Да, понятно, только это мне не подходит. Дайте что-нибудь музыкальное. Вот свисток у вас. Дайте, пожалуйста. Рук 30. А еще что? Вот дудочка, дудочка, дайте дудочку. 2,54 платить. Нет, мне мотив не нравится. А вот еще у вас есть труба. Гражданка, это же вам не подходит. Я сама знаю, что мне подходит. Вот это именно то, что мне надо.